находится. Хоба, видимо. Так, дабы там пустил. Пешку разбомбил, брат, кота еще. Совсем похоже. А бобры все летят. Бегом, бегом, бегом домой. Внимание на карту. Внимание на обозначенный сектор. Зенитка, остановись. Отсекай. Да, я уже прошу. Где вышки? Не вижу вышки. Вижу вышки. Вышки. А у метку. Где домой? Что-то слишком исторично сложилось. Да как? Атака захлебнулась, мы отступили. Идемте в общий канал 200-х, там посидим. Не зачищено. Скинь там. Давай его добьем. Зеленок. Пробил. А мы над дельта реки Вольфорд квадрат где-то не ждем. Ну, бля, сейчас пизды получим. Ян, Т4-1. Блять, я свалился, чтобы. Выровнялся. Он у меня на 6 или я? Не. Шесть, шесть. Ну как нет, то у меня такую. Ударники, разрешаю работу. Принято, ударники приняли. Ты врезался с ним? Да. Пиздец. Фейзер Инак столкнулся с вражеским истребителем. Или в 200-й, да, уходи? У тебя есть противник еще? Нет, нету. Наблюдаем тебя одиночно, возвращайтесь. 200-й... На танковой карте, на высоте. Да, в 200-й, Зеленок, спасибо тебе, вообще. Ну, я не знаю насчет возрождения, что там скажут. Вот, давай. Пока в 200-й. Ну, спасибо тебе, вообще приятно было с тобой полетать. Да ясен хуй, блядь. Это охуенно. В это я еще... Приходи, стопудово с тобой будем в звене. Ясен хуй, это мы еще, я еще не пьяный. Так... Ладно, давай. Арештов, повтори. Покачай крыльями. Качаю. Ян, тебя наблюдаем, мы выше пары. Принято. А там я пешку поджег, вижу Ян, пешка. Отступающую не преследовать, прикрыть ударную авиацию.
Ян, непосредственное прикрытие авиации ударной. А, принял, хорошо. Там я вижу эта пешка, которая я поджег, она потушилась и идет к себе на базу. Она отбомбилась уже, нам она не интересна. Принято. Вольфард, с стремителем подходим к танковой карте. Чуть-чуть южнее. Вижу одиночный контакт, который идет в нашу сторону. Кто это? Вольфард, это свой Ян. Он вас будет непосредственно прикрывать. Вольфард, время подхода. 2 минуты. А, Вольфред, вы со стороны солнца подходите? Вольфред докладывает, так точно, вдоль реки идем, высота 1300. А, принято, все, наблюдаю вас. Спасибо. Авиации нету. Там с одной пешкой. Один, видимо, на филде. Ян, дополнительная миссия. Если нет противника, разведай танки противника для ударной авиации. Подсветить их пулеметными трассерами. Как понял? Принято. Ударная авиация наносить удар. Ну, я хорошо сказал. Ударная авиация наносить удар. Держитесь за мной. Двигайтесь за мной. Держитесь за мной. Держитесь за мной. Двигайтесь за мной. Пытаются выбраться. Немножко не получается. Вольфард истребителем, наблюдая какую-то наземку. Вольфард. Вольфард. Авиация, мы наблюдаем под собой танки неопознанные, то есть свои, не свои, непонятно. Кто-нибудь может там пролететь, принято, чтобы высоту хорошо, не сливали сейчас раньше времени. Глянь. Я могу пролететь, я вот возле вас. Гляньте, в поле одиночный танк точно есть. Я не смену, вас в один канал бросил, работайте по внутреннему. А, спасибо, все хорошо. Они, похоже, авиацию респит. Красные. С земли. Да, у курсовым.
с окопов, что стреляет белым землей. Сброс. Атакуют. Интересно, у кого сброс? На башне мы чуть-чуть повредил что-то. Левый гараж, внимание. Еще на том же поле Вольферт. Наземка, зенитка или что это работает? Фух, пробили ее. Еще одна зенитка. Не стал атаковать. Зенитки стреляют с этих, с окопов. Левый. Да, это вдвоем заходите. Второй не кидай бомбы. Принято. Маркируйте, пожалуйста, цель перед заходом. Вираж левый, да? Левый, да. Принято. Окоп атакуем, зенитки. Да? Танки. Могу ищите, отработать танки. Вот танки. По зене, которая стреляет из этого. Из леса? Из леса. А это курсовые мысли только. Они боты, они даже не так лопаться. А в окопе есть что-то ковать? Убил? Нет. Эх ты, меня кто-то сбил. Ян, поднимись повыше, противника два самолета подними. Истребитель Лена сбил? Нет, здесь 30 его сбил. Доска. Принято. Зенитки надо потушить. Фига себе, меня ЗИС-30 сбил, это ж пушка. Это ж не зенитка даже. Ну да, потому, ну это так. Бывает, все печально. Да ладно. Слушай, а что-то я в окопе кого-то все равно вижу, постреливают там. Может еще раз тут отработать? Вон, смотри, работает, видишь? Первый отряд. Сбросил бомбу туда. Вы сейчас на танковый идете, да? Мимо. Ян, по внутреннему. А, мы идем к аэродрому, будем перехватывать заранее. Просто к нам к танковой кто-то подходит. На высоте. Под облаками. Это вы? Ладно, сейчас разведаю. Забрался он с повреждениями ультра. Ты, у тебя повреждение, да, Дрёв? Угу. Отходи на 270. Принято, 270, отхожу. Тоже получил серьезное повреждение, отхожу. Так, отходите, да, потому что к нам уже истребители вылетели. Яна, один наш отходит, танковая карта, прикрой отход. А куда мёрт там? Принято, я вас вижу, бой ваш, сейчас помогу вам. Хом, сиди только молча здесь. А у нас Г1 взлетка или где-то нет? Сейчас скажу, берёз. Да, Г1, да, так и лети. Принято. Ребят, штуки отходите прям срочно, штуки все отходим. У меня два истребителя. Навряд ли справлюсь. Пошли нулями. Да, да, я сзади тебя, но я далеко. У меня водичка чуть-чуть растет, приберу чуть-чуть. Один-один, два-один поставил. Это танк тебя сбил, Хумис, ЗИС-30, да, получается? Да, это танк. Нет, ЗИС-30, это самоход. Это что? Это как полевая пушка. На гусенице. Да. Я его уничтожил. Меткость какая, там километр точно был. Здесь уж все пристрелялись, если ты снизу заходишь. А ты ответственно пикировал или как? Как я находился? Да я даже не пикировал у него, я проходил мимо. Я даже от этого окопа отходил в сторону. То есть а высота какая была примерно? Ну, я думаю, метров 200-300. Ну, 300 скорее даже. Горит отлично. Феноменально. Там всего пара штук. Хуба не играют по 10 часов в день, хубавая, это ж. Так
Да нет, нет, я то, что там задрот и не задрот, ты просто удивлен на скиллу чувака, который меня на приличной дистанции положил. Это надо так упреждение еще рассчитать. Да, это здесь все равно рассчитать. Скорость по тому штуке. Ударная группа, отход! Ударная группа уже ушла. Отходят, отходят. Кто-то немножко слоу. Оборота у меня чуток скачет в офферт. Дрёв, ты 240, она сейчас на 207. Ты до дельты реки долетел в Г3, которая... Ну, я видишь, на речке, на развилке, на островочке. Вот, 207, ты тут не остановись, и там увидишь аэродром прямо по курсу. Возможно. Я, похоже, живой еще. Кто-то из них идет. Надо задержки на взрывателях повыставлять. А я осторожно. Не, я бомбил, кидал бомбы нормально, то есть не... Легко видел. Ух, что-то у него... Совсем скорость маленькая. Ударная группа, я отвожу противника на север, отходите срочно. Вольфард, повторяю, мы уже ушли. Прием. А Вольф Береза, наверное, вынуждена. Понял, Береза. Принято. Штука. Следуйте за мной. Ломал самолет, сам живой. Не удивляет, вроде так близко бомбы кидаешь, и как вот эта вот легкая техника выживает, еще две 250-ки все-таки взорвалась. Слушай, да тут, ну, War Thunder, одним словом, да. Больше ничего говорить не буду. И как техника выживает. То есть как бы техника может выжить, но... У людишек внутри, скажем так, должно быть все плохо. Но он продолжал стрелять там дальше, там белыми такими трассерами. Просто какой-то бомбы мимо кидает. И чё, все, сидим бомбу курим пока? Ну, видимо, пока не могу точно сказать. Главное, на аэродром вернитесь. Мы сильно много истребителей потеряли, но у нас тут вообще такая глава жесткая была. Я еле сдерживал эмоции, чтобы вам... Не, просто если я машину разбил, то чё, всё, я полетал? А, тебе в груз 200 пока, я тебя. Чё это 200? Мне сказали, покиньте самолет сами пешком. Я не на смею, нашей жив? Территории. Да, жив. Блять, я столкнулся. Яком столкнулся? Да, пиздец, я его... Да надо было бросать его, я бы его просто... Он сам был... А чё ты остался? Группа же отходила, ты ж непосредственно прикрытие. Ой, да я им отступление. Блять, Ян, ты о, что творишь? Слушай, блядь? Погоди, здесь это. Иду в груз. У нас штука здесь какая-то села, да, на аварийную посадку? Да. Да, 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 штука. Надо пилота забирать или чего? Так мы нет, просто самолет поменяют, если целый самолет. Не, самолет не целый, он самолет не поврежден. Ты дошел до дрома-то? Я в Г2 где-то сел. А, не дошел. Да, ну чё, и искать его? Найди, если возможно. Выходи пока, Мидвертон. Недалеко от аэродрома, да? Да где-то здесь, бой, да. Все равно уже закончится, где-то, какая вот разница. Где-то здесь. Я сам его пока не вижу. Край квадрата Г2 на треверзе треугольного островка. Начинайте отступление. Хватит. Я в твоем канале сижу, потому что наземных сил больше нет. Не вижу целесообразного продолжения красного. Хорошо, мы сейчас найдем, спасем пилота. Хотя пилота не имеет смысла даже спасать. Тогда всем возврат, посадка. Все домой и в брифинг. Угу. А, уже брифинг, даже так? Кто победил? Мой продался мне красный. Они? Наверное, ничего не победил. На этот раз.